бельем. Взяв вещь в руки, парень бегло окинул ее взглядом и почти сразу увидел на рукавах странные капельки темно-бордового цвета. Был бы Витя оптимистом, то непременно решил бы, что это вишневое варенье, но так как парень считал себя реалистом, то знал, что мать на дух не переносит варенье и варить его, конечно же, не могла. Ангелина Петровна вообще мало времени проводила у плиты, ограничиваясь блюдами, которые мог бы приготовить даже первоклассник.